еще больше возможностей для владельцев пушкинской карты. С 1 января ее счет увеличился. Если раньше на карту начислялось 3000 рублей в год, то в этом году молодые люди смогут потратить уже 5000 на покупку билетов в музеи и на концерты. Более того, принимать пушкинскую карту станут в кинотеатрах. Правда, только на сеансы с российскими фильмами. Из 5000 в этом году 2000 доступно на покупку билетов в кинотеатры. Такая возможность в скором времени будет доступна на территории городского округа Лабытнанги. Также в культурно-спортивном центре поселка Харп ведутся работы по запуску кинотеатра, и харповчане на территории поселка уже смогут покупать билеты в кинотеатр во втором полугодии этого года. Январь насыщен интересными событиями. 15 числа в клубе «Строитель» с сольным концертом выступит рок-группа «Акцент». 25 января в городском доме культуры состоится интерактивно-развлекательная программа для молодежи «Татьянин день». А харповчане 29 января смогут побывать на концерте «Искусство сквозь годы», который посвящен открытию года культурного наследия народов России. Приобрести билеты можно уже сейчас, они также доступны и по пушкинской карте.